В это сложное и непростое время для Украины, в это субботнее утро, когда еще все спят, мы уже здесь собрались, соболевали Шевченко для того, чтобы присоединиться к акции «Украина Разон». Холодно? Холодно. Холодно, но мы здесь, потому что мы едины. Эта акция – своего рода переход от слов к действию тех украинцев, которые хотят единства Украины и мира в стране. 12 апреля юг, запад, восток и север – жители мегаполисов и крошечных хуторов берутся за руки, чтобы на весь мир сказать «Мы – одна страна». Пообещали прийти поучаствовать в акции ни много ни мало – 3 миллиона человек. Мы стараемся показать всем, всему народу Украины, что схід и захід разом, и Украина была завжди, и, надеюсь, завжди будет единой. Мы хотим показать, что мы одна единая страна. І що ми не роздільні, якою б мовою ми не розмовляли, українською чи російською. Людей собралось довольно-таки много. Давайте позвоним в Дніпропетровську, узнаємо, що происходит сейчас там. Алло? Алло? Здравствуй, привіт. Заслужена лучанка України. Як у вас діла? В нас все чудово, емоційно, дуже насичено, патріотично налаштовані українці. Зараз знаходимося на трасі Дніпропетровськ-Київ. Дуже так. Багато людей, дітей, жінок, чоловіків. Єгор, скажи мені, будь ласка, ти хоч не проспав ланцюг? Какой проспал? Я здесь гуляю уже час 40, випив 4 кофе і 2 чая, так що все нормально. Героям слава. Добре, тоді на зв'язку ще зв'яжемо. Ось я тобі все розкажу детальніше. Отзвонились. А підкажіть, будь ласка, ви знаєте, в яку сторону на захід? Захід. В ту сторону? Можете передати моє послання зараз на захід ланцюгом, так? Обратите внимание, большинство участников живой цепи родились уже в независимой Украине. И они совсем не догадываются о том, что сегодняшняя живая цепь – не что иное, как повторение цепи, которая была в День соборности Украины в 90-м году. Тогда на День соборности Украины, перед самым объявлением независимости нашей страны, десятки тысяч украинцев, как и сейчас, говорили на весь мир – мы единое независимое государство. Для того, щоб прийняти участь в загальнонаціональній події, ланцюг єднання, потрібно вийти з 12 по 14.00 в центр свого міста, села чи селища, і взятись за руки з людьми. І в 2 години заспівати гімн. Ось, це і є ланцюг єднання. Как видите, здесь собрались и взрослые, и дети. Улыбаются, радуются. Причем здесь, в Киеве, есть люди со всех уголков нашей страны. А вы откуда? Из Одессы. А вы? Аня. Что, я не понял? Вы откуда? Киев. Киев, Одесса, Запорожье. Смотрите, мы это сделали. Мы едины! Света королева эфира. Света королева... Что? Света королева эфира? А попроще, ничего не сделать? Там Украина едина. Видите, Украина едина. Українську силу усьому світу ми доведемо. Україна! Україна! Єдина! Україна! Все, нас повели дальше, ребята. Ми на запад сейчас чуть-чуть. Єдина!